أشرف الأعراب والعجم. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Лучший человек, когда-либо живший на этом свете. У него был лучший нрав. Он был самым правдивым, красивым, честным, щедрым. Его лицо было самое приятное среди людей, подобное полной луне. Смелый, добрый, любимый, милость для миров. Лучший муж, лучший друг. Во все времена. Достойный уважения, достойный любви. Пот его был приятнее по запаху, чем мускус. О, Мухаммад, поистине ты обладатель высшего нрава и прекрасного характера. Он любимее для нас, чем наши семьи. И пророк говорил, что истинную сладость веры почувствует тот, кто полюбит Аллаха и его посланника больше всего на свете. Лучший образец для подражания – печать пророков. Мухаммад.